5 часов в неделю классики и 2 народных танцев. Девочки из младшей группы ансамбля «Сюрприз» проводят в хореографическом зале большую часть свободного времени. И именно их трудолюбие и профессионализм руководителя помогли юным народницам завоевать первое место на международном конкурсе «Новые вершины» в своей возрастной категории. Это наша первая победа такая. Первое место для нас, конечно, это большой успех. Конкурс «Новые вершины» проводится уже 8-й раз. В этом году коллективы со всей страны подготовили более 800 номеров. Воспитанницы детской школы искусств на суд жюри представили 2 хореографических композиции – «Девичий хоровод» и «Дымковскую игрушку». «Девичий хоровод» девочки исполнили на одном дыхании, можно так сказать. И комиссия как бы отметила этот номер из-за того, что вот они очень красиво, плавно исполняли движение. «Дымковская игрушка» – он очень яркий номер такой, активный. Вот. И очень понравились костюмы. Вот. И понравилось то, что девочки как бы очень легко исполняли все движения, отработано все вместе, синхронно. По словам руководителя ансамбля, при обсуждении конкурсных номеров на круглом столе члены жюри отметили хорошую классическую подготовку детей. Всех лауреатов пригласили на финальные выступления, которые пройдут в июле на побережье Черного моря. Мария Руинч, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.